Давайте начнем. У нас сегодня последняя лекция по алгоритмам. Тема деревья. И мы сразу рассмотрим несколько видов разных деревьев. Мы обсудим определение деревьев. Сегодня будет большая лекция. Обсудим определение деревьев, как их можно представлять в памяти, что с ними можно делать. В первую очередь их как-то нужно обрабатывать, обходить. Обсудим, как их можно обходить. И дальше конкретный вид деревьев будем обсуждать. Двоичные деревья поиска, которые повсеместно используются. Они нужны для создания такой структуры данных, как, например, ассоциативный массив, словарь, map. Или просто как способ хранения элементов, как контейнер какой-нибудь, типа сета. Вот. И способы реализации двоичных деревьев поиска и проблем балансировки их. Как их можно балансировать? Рассмотрим декартовые деревья, рассмотрим AVL-деревья. И в конце обсудим тип данных, интерфейс, ассоциативный массив, как его можно реализовать на основе деревьев, на основе хэш-таблиц, какие преимущества того и другого вариантов. Так, что такое дерево? У нас графов не было и не будет, но, в общем-то, дерево — это граф, в котором нет циклов. Это вот самое правильное, наверное, определение. Но если мы графов не касаемся, то у нас все равно есть вершины и ребра. Вершина — это просто какой-то простой объект, с которым какие-то могут быть данные связаны. С ребрами тоже могут быть какие-то данные связаны. Дальше определяется путь в дереве. Это последовательность ребер, имеющие соседние ребра, имеют одну и ту же вершину. Да? Путь, естественно, такое определение. И для дерева, в отличие от произвольного графа, есть дополнительное свойство важное, что определяющее свойство дерева. То, что любые два узла, любые две вершины соединяются только одним путем. Обязательно соединяются и соединяются ровно одним путем. Вот. Из этого следует, что нет циклов. И наоборот, если нет циклов и все вершины связаны, существует путь из любой вершины в любую другую, то из этого следует, что этот граф без циклов связанный будет деревом. Это все равносильное определение, вот первое и второе. Вот, дальше будем смотреть. Часто хочется у дерева выделять корень, потому что если выделить корень, то все остальное можно с него подвесить. Можно вот произвольное дерево на вот этой картинке, да, можно взять и за любую вершину ее поднять, и все остальное вниз спустится, такая вот паутинка. И это можно сделать с любой вершины в дереве. Любую вершину дерева можно сделать корнем. Вот когда корень выделяется, тогда появляются некоторые отношения, там, в зависимости от соседей, дочерние, родительские элементы. Сейчас мы к ним придем. Ну и определяется глубина, высота всего дерева. С корнем это количество вершин в самом длинном пути от корня до какой-нибудь из вершин. Вот, обычно дерево рисуют с корнем сверху. Вот. И как только у нас появился корень, сразу у нас для каждого узла есть связи соответствующие для его родителя. Между узлом, между двумя соседними узлами в дереве есть отношения родитель и дочерний узел. Почему? Потому что одно из них обязательно ближе к корню. Значит, это родитель. Вот. Соответственно, аналогично у узла может быть несколько дочерних узлов. Родители всегда один, а дочерних может быть много. Если узел не имеет дочерних узлов, то он называется листом. Здесь вот листов достаточно много. Вот лист, вот лист, вот лист. Вот это все листы. Примеры деревьев. Примеры деревьев много разных всяких есть. Здесь будет несколько картинок, я их быстро пролистаю. Генеалогическое дерево. Дерево организации турнира. Дерево оргструктуры компании. Тоже вот есть обычно бывает древесная структура, бывает там какая-то линейная структура. У них какие-то специальные названия, я не знаю точно. Вот. Разбор предложения тоже является деревом. Синтаксический разбор. В общем виде это дерево, в котором возможны некоторые недревесные связи.
корнем дерева является обычно предикат, какое-то вот сказуемое, глагол. И дальше к нему уже все подключается. Подключается в соответствующих позициях, в соответствующих синтаксических функциях. Вот. Файловая система тоже дерево. Да, и дальше пойдем. Теперь, что мы хотим с деревом делать? Мы хотим доказать простое утверждение. Для этого вначале закажем совсем простое утверждение, что у каждого дерева существует лист. Это нам понадобится. Ну, это очевидно, потому что самая глубокая вершина обязательно является листом. Если бы у нее был бы дочерний узел, тогда бы она не была бы самой глубокой. Дерево, состоящее из... Второе утверждение. Дерево, состоящее из n вершин, содержит n минус одно ребро. То есть количество ребер и количество вершин в дереве обязательно жестко связано. Количество ребер всегда на единицу меньше, чем количество вершин. Как ни странно. Доказывается это по индукции. Можно доказывать это следующим образом. Мы возьмем и выделим какую-то вершину, у которой ровно одно ребро. А такая вершина обязательно существует. Это лист. А лист обязательно существует. Да, и поэтому по индукции, когда мы будем делать переход, мы возьмем лист. Это будет одно ребро и одна вершина. Мы их удалим, получим дерево с n вершинами. И с n минус одним ребром. Соответственно, изначально было n вершин, n плюс 1 вершина с n ребрами, что и требовалось доказать. Дальше. Какие еще бывают виды деревьев? Деревья можно характеризовать по кратности, по количеству ребер в узлах. Если у нас дерево без корня, то бинарным деревом называется дерево, в котором степень вершины не превосходит 3. Вот, видите, здесь вот дерево с корнем, у него степень тоже превосходит 3, если бы его рассматривали как дерево не с корнем. А если выделяется корень, то это дерево, в котором каждая вершина имеет не более 2 дочерних вершин. Получается, что у дерева кратность количество связанных с ней узлов не может быть 3, у корня всегда 2, да? Но у некоторых других может быть 3. Может быть 2, может быть 1. Аналогичное нарное дерево без корня и с корнем. Вот здесь нарисована картинка с дерева с корнем. Вот. У этого здесь кратность 3, тернарное дерево. Каждая вершина имеет не более, если дерево с корнем, не более 3 дочерних. Вот. Но бывает также еще. Здесь, по-моему, нет этого определения. Да, здесь нет определения. Бывает произвольное дерево, в котором арность не определена, неограниченной арности. То есть можно, в принципе, иметь деревья, в которых количество дочерних узлов не ограничено. И эти деревья, всевозможного вида, да, хочется представлять в компьютере, в реализации, в виде каких-то структур данных. Для двоичного дерева представление может быть следующим. Мы храним узел, у которого есть левое и правое под дерево. Для этого возможно есть. Возможно, есть левое, возможно, его нет, возможно, есть правое, возможно, его нет. И храним указатель на левое или на правое под дерево. Указатель может, соответственно, быть равен нулю, если дерева нет. Также можно хранить указатель на родителя. Еще какие-то данные. Вот здесь хранится в каждом узле нарисовано как бы 3 элемента. Указатель на родителя, указатель на левое, который здесь под пустое у этого узла, и указатель на правое под дерево. Вот. Обычно еще какие-то данные хранятся все-таки. Дерево не просто так делают. Обычно дерево с узлами в узле есть какие-то еще данные. А родительский узел не обязательный элемент. Мы будем делать как такие, так, ну, как деревья с родителями, так и деревья без родителей. Деревья без родителей, конечно, делать проще, потому что тогда не нужно заморачиваться по поводу того, что надо обновлять указатель на родителей, если вы там делаете какие-то переподключения. Тогда нужно, если вы переставляете узлы в дереве, то нужно обновлять еще родителя. А если родителей нету, то и меньше, соответственно, кода, и он проще. Вот, например, AVL дерево в классической версии там требовалось указатель на родителя, да? Но можно сделать реализацию рекурсивную, в которой указатель на родителя не потребуется. И мы как раз именно такую реализацию будем разбирать на семинарах.
Вот. Для дерева произвольной арности количество элементов в узле, в самом узле, можно не делать тоже произвольным. Можно было бы сделать так же, как и там, да, хранить указатели на все дочерние элементы. Если там не ограниченная арность, то хранить вектор, динамический массив. Но обычно так не делается. Обычно все элементы организуют в список, потому что чаще требуется, не требуется обращаться к узлам по индексу. Не требуется обычно обращаться к узлам дерева по конкретному индексу, а обычно требуется просто их перебирать все подряд. А раз у нас элементы все равно динамически выделяются в памяти, и кратность может быть произвольная обычно в таких деревьях, да, то обычно делают, организуют их дочерние элементы в один список. То есть получается, у каждого узла есть указатель на первого дочернего и указатель на следующий, на соседа. Раньше вот этот указатель указывал направо, да, а теперь он указывает на соседа. Так мы можем перейти к соседу, указатели к нему напрямую его родительский элемент не имеет никакой ссылки. Зато есть обратная ссылка здесь вот на родительский элемент. Ну, чтобы можно было вернуться обратно к корню. И так же, как и в прошлый раз, она не обязательна. Можно не хранить указатель на родителя. Если следующего элемента нет, то 0. Если дочернего элемента нет, то тоже 0. Вот. Также можно делать деревья, в которых список узлов двунаправленный. Вот у нас такое дерево вот, используется в компании. А вот вперед, соответственно, можно двигаться и назад. Ну тогда, если можно двигаться и вперед, и назад, то добавляется еще одно поле, указатель на последний элемент дерева. Ну и на последний элемент, на последний дочерний элемент. Вот. Конечно, если один узел хранится в качестве дочернего, то, конечно, они совпадают. Но для общей работы всего дерева, где он используется? Он используется в различных всяких синтаксических анализаторах. Требуется проанализировать текст, разобрать его, там, правило какое-то. То запускается синтаксический анализатор, строится дерево синтаксического разбора. Не предложение на естественном языке, а просто дерево какого-то правила, которое должно интерпретироваться потом со временем. Вот строится это дерево с помощью как раз вот используются вот эти вот структуры произвольной кратности. Каждый токен соответствует какому-то узлу, и они там друг к другу подключаются в зависимости от того синтаксиса, который есть в правиле. Как устроен узел в таком случае? Если дерево бинарное, то обычно в нем вот три поля. Какие-то данные, указатель на левого, на правого сына, указатель на родителя, не обязательно. А если узел произвольной арности, то обычно делают указатель на следующий элемент, указатель на первый дочерний и указатель на родителя, тоже не обязательно. Вот. Дальше. Теперь нам что-то, вот деревья мы построили, научились их хранить, теперь хочется их обрабатывать. Нужно каким-то образом перебирать его элементы обычно. И здесь есть несколько подходов. Можно перебирать по слоям, а можно перебирать рекурсивно. Перебираем все левое под дерево, перебираем все правое под дерево, обрабатываем сам узел. И вот эта вот обработка рекурсивная называется обходом в глубину. Вот обходом в глубину называется процедура, которая выполняет три вот такие вот дочерние как бы процедуры: рекурсивный обход левого под дерево, рекурсивный обход правого под дерево и обработка корня. Если у вас дерево не бинарное, то, соответственно, здесь нужна рекурсивная обработка всех поддеревьев. Здесь про бинарное просто сказано, двоичное дерево обходится в глубину. Но когда конкретно двоичное дерево, то тут вот две процедуры и вот обработка корня. Да? Можно вначале вызвать обработку корня, потом рекурсивный обход левого, потом рекурсивный обход правого. А можно в другом порядке. Все это будет обход в глубину. Но результат будет разный. Иногда требуется вначале что-то сделать, предварительно подготовить текущий узел для обработки, потом обойти левое, обойти правое, а потом собрать результаты обработки левого и правого под дерево. Такое тоже бывает, когда нужно обрабатывать текущий узел до рекурсивного обхода дочерних и после. А может быть, даже в середине между ними. Но если требуется с узлом работать один раз, например, вывести его данные, перечислить все узлы в дереве, перечислить все данные, которые в нем хранятся, то когда
вот эти три функции мы выписываем, их можно выписать несколькими разными способами. Сколько у нас способов сделать? Три вызова в порядке, в разных порядках. 6, да. 6, 3 факториал. Можем вызвать в начале обработку, потом два рекурсивных обхода. Можем в начале рекурсивные, потом обработку. А можем обработку сделать между ними. Ну и, соответственно, менять левые и правые местами, получится слева направо или справа налево. Вот если мы вначале обрабатываем текущий узел, а потом посещаем левое и правое под дерево, тогда результат будет такой. Вначале обрабатывается Е, потом дочернее, левое под дерево. И вот во время обработки левого под дерево будут выписаны все узлы этого левого под дерева. D, потом B, потом A, потом C. Вот. E, D, B, A, C. Потом правое под дерево H, F, G. Обратный обход. Значит, это первый обход. Называется pre-order. Есть pre-order, post-order и in-order. Это все обход в глубину. Просто у них есть спецназвание для двоичных деревьев, когда мы обрабатываем узел до запуска рекурсивных, после или в середине. Вот когда мы post-order, когда мы обрабатываем после обработки дочерних, то в итоге у нас будут вначале выведены все дочерние элементы, в первую очередь листья, да, самых глубоких под деревьев левых. Вот A, потом C, потом B, потом D, потом правое под дерево, потом G, F, H, потом уже E будет выведено. И вот на этом же дереве, если сделать поперечный обход, in order, слева направо, то обход будет, как ни странно, в алфавитном порядке. Вот это дерево, оно на самом деле специального вида, у него в каждом узле есть такое свойство, что все дочерние элементы левого под дерева меньше, чем значение в корне, а в правом больше. И для каждого под дерева это верно. Вот для D тоже верно, что все в левом под дереве меньше его. Вот. Это на самом деле здесь нарисовано двоичное дерево поиска. Оно очень важно, и поэтому мы его сейчас будем тоже обсуждать. Вот. И оказывается, что in-order обход этого двоичного дерева поиска — это просто перебор всех узлов дерева в порядке возрастания. In-order может таким образом, то есть можно так построить дерево, взять исходный массив, можно так сортировку сделать. Взять исходный массив, построить по нему двоичное дерево поиска, а потом сделать in-order обход, получится полноценная сортировка. Обратный обход. Это вот реализация. Просто рекурсивная реализация. У нее есть на самом деле очень важный тонкий момент, что рекурсивные реализации могут долго работать. Если цепочка очень длинная, то может быть stack overflow. Поэтому приходится, если вы понимаете, что у вас дерево может быть очень глубокое, то нужно делать тогда не рекурсивные реализации, а использовать стек свой, да, и здесь вот уже писать обход в DFS по стеку с помощью локального стека. Пример, где используется обход в глубину. Это вот, например, вычислить количество вершин в дереве. Для этого мы обходим левое под дерево, вычисляем в левом под дерево количество вершин, вычисляем в правом, складываем, добавляем единицу. Это больше похоже на post-order обход, потому что мы вначале обходим левое, потом обходим правое, потом их результат используем, складываем, добавляем единицу и уже возвращаем. Конечно, здесь требуется некоторое отсечение, да, что мы, если мы рассматриваем в данный момент левый пустой, если мы рассматриваем в данный момент пустой узел, конечно, надо вернуть 0. Аналогично можно считать высоту дерева. Только что здесь будет? Ну, максимум. Максимум нужно будет взять из этих двух высот, лево под дерево, право под дерево и прибавить единицу. А если будет дерево, состоящее из одного узла, и нет дочерних совсем, то высота в этом случае будет равна единице. Обычно так и считается, что если дерево состоит из одного узла, то это единичная высота, а если дерево не состоит ни из одного узла, то есть если нулевое, то это нулевая высота, и это кажется естественным.
важное еще раз свойство, что дерево не начинает обработку других поддеревьев, обход глубину не начинает обработку других поддеревьев, пока не обработает текущее поддерево. Вот. А если требуется обход по слоям, в прямом или в обратном порядке, то требуется совсем другой алгоритм, который называется обходом в ширину. Обход в ширину, BFS, стандартное название, BFS, Breadth First Search. Предыдущая DFS, Depth First Search. Вот. Вот если в DFS это рекурсивная реализация, которую можно было бы заменить на реализацию со стеком, то BFS это такая же, по сути, реализация, в которой вместо стека используется очередь. И получается, что мы обходим уже не в глубину идем, да, а потом возвращаемся, а пытаемся равномерно пройти по слоям. Вот как-то так. Что в итоге происходит? Мы что сделаем за один шаг? Мы из очереди, если очередь не пуста, вытаскиваем очередной элемент, и в эту очередь, в конец очереди, кладем все ее дочерние. Обрабатываем узел, кладем в конец очереди все дочерние элементы. И таким образом, если вы положили в очереди текущий слой, то пока все вершины из текущего слоя не будут извлечены, до следующего слоя вы не дойдете, потому что вершины следующего слоя кладутся в конец очереди, за текущими. Здесь будет картинка. Вот, пошла. Вот. То есть в самом начале кладется, конечно, до цикла, перед циклом кладется корень в эту очередь. Потом в цикле извлекается этот корень, кладутся его дочерние элементы. Вот серое состояние — это состояние присутствия элемента в очереди. Вот вначале присутствовал только А, потом присутствовали Б и С, потом Б стал черным и добавилось Д и Е. Были С, Д и Е. Потом С стал черным, добавились F и G. Но вот эти должны быть обработаны раньше, чем F и G. Поэтому происходит такое вот естественное заполнение по слоям. Реализация, конечно, не рекурсивная, просто мы используем очередь, в которой храним указатели на вершины, в самом начале кладем корень, и дальше, пока очередь не пуста, извлекаем. Здесь написано не std очередь. В std очередь немножко другой интерфейс, да? Да, вы надо вначале сделать то, потом поп. Потом посещаем. Условно, да, что-то делаем с этой вершиной. Затем, если левый и правый не нули, то кладем их. Вот. Теперь мы переходим к двоичным деревам поиска. Смотрите, сколько у нас. Ага. Это дерево, в котором в каждом узле есть ключ. И все эти ключи, как я уже говорил, обладают некоторым таким свойством. Все ключи в левом поддереве для каждого узла меньше либо равны по значению, чем значение в узле, а в правом больше либо равны, чем значение в узле. Здесь это выполняется. Вот, все узлы здесь, все значения здесь меньше, чем 8, здесь больше, чем 8, и для каждого то же самое. Для шестерки здесь все меньше, чем 6, здесь все больше, чем 6. Для тройки здесь все меньше, чем 3, а в правом больше, чем 3. Вот. Если бы мы обходили in order, то мы вначале бы начинали с самого левого, а он является, соответственно, минимумом, и дальше пойдем. Его обработаем, потом, если рядом с ним ничего нет, у него справа еще может что-то быть, да? Потом обработать корень, который больше, потом правое под дерево его, потом уже перейдем к родителю этого родителя и так далее. Как раз обход в порядке возрастания, in order. Для этого дерева поиска. Что можно с этим деревом поиска делать? Можно искать, можно добавлять, можно извлекать элементы, сохраняя свойства этого дерева поиска. И достаточно легко. Сейчас мы обсудим, как это делается. И не единственным образом. Можно по-разному добавлять, можно по-разному удалять элементы, можно дерево перестраивать, обходить в порядке возрастания ключей. Да, то, что мы сейчас обсудили, это in-order обход просто. Вот. И все эти операции будут выполняться, кроме последней, за время пропорциональной глубине дерева. Останется только сделать так, чтобы глубина дерева была небольшой. Поиск по ключу.
если нам требуется найти узел в дереве, содержащий данный ключ, или просто проверить, а есть ли в дереве узел с данным ключом, то можно что сделать? Когда у вас есть вершина, и в ней какой-то ключ x, да, там x нарисован, да, и есть ключ k, и вы хотите найти этот ключ k, где ключ k находится. Вот если x меньше либо равен k, то можно пойти искать его здесь. Если ключ, вот, ну, точнее, если x равен k, то вы сразу нашли. Если x меньше k, то надо идти вправо. Если x больше, чем k, то надо идти влево. Вот так можно искать узел, содержащий ключ k. И каждый раз, когда мы обработали один узел, спустились соответствующе по дереву, например, вот сюда, мы это сделали за константное время и пошли ровно в одну ветку. Зашли ровно в одну ветку и в ней сделали то же самое. И дальше мы спускаемся, и количество действий, которые мы тратим, это та глубина, на которую мы спустимся в итоге. Поэтому время работы — это от h, где h — глубина в дерево. Вот код, достаточно простой. Если здесь функция find имеет такую семантику, что на вход ее передается корень, ищется ключ с данным value, и возвращается указатель на узел с этим ключом, а если его нет, то возвращается 0. 0, null. Вот. Если not, вот этот вот not равен нулю, то он возвращается. Если он не 0, то проверяется значение ключа в этом узле. Если оно равно value, то значит нашли, ура, возвращаем. Иначе смотрим, куда нам найти, налево или направо. Если узел в текущем дереве больше, чем значение value, то идем налево, иначе идем направо. Здесь, как и в хэш-таблице, можно сделать... Нет, не в хэш-таблице, где у нас было? Как в сортировках. Как в сортировках. Вот ключи могут быть произвольного типа. И важно просто иметь оператор сравнения этих ключей, и чтобы дерево было построено с сохранением свойств этого упорядоченности именно по этому оператору. Вот. Здесь оператор больше, но классически на самом деле обычно используется оператор меньше. Поэтому здесь по-хорошему надо было написать value меньше, чем not data. Вот. Но сейчас это не принципиально. Как минимум искать в дереве? Минимальный узел — это тот узел, который находится в левом поддереве, который минимален в левом поддереве. Если левого дерева поддерева нет, то это корень. Да? То есть вот такая ситуация. Если у нас дерево такое, и левого поддерева нет, то минимальный узел здесь. А если левое поддерево есть, то минимальный узел там, где минимальный в левом поддереве. Потому что в левом находятся все элементы меньше либо равные, чем в корне. Так. Ага. Вот, поэтому, чтобы найти минимум, нужно переходить просто в левый узел до конца, в левый, 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 потом в его левый, потом в его левый дочерний и так далее, пока не найдем такой узел, у которого нет левого дочернего. Это и будет минимум. Время тоже от h, где h — глубина дерева. Вот этот код. Нерекурсивный. Кстати, вот предыдущий find был рекурсивный, и это было не очень хорошо. Конечно же, можно было бы здесь сделать нерекурсивную реализацию, просто хранить текущий нод, и даже стека не нужно, потому что это концевая рекурсия. Здесь просто мы переходим к нужному узлу и делаем цикл, пока либо вот это не выполнится. Добавление узла. Вот. Добавление еще сравнительно несложное. Сложно будет удаление. И с удалением всегда обычно основные проблемы, как и в хэш-таблице методом открытой адресации, но все-таки не так критично, как там. А здесь, вот вначале с добавления начнем. Когда вам требуется добавить узел с ключом k в дерево, ну, допустим, мы хотим ставить
так, чтобы не проверять, есть там этот узел или нет. Можно было бы отдельно вызвать перед этим find и проверить, есть узел или нет, и не вызывать тогда добавление. А если мы хотим ставить с возможными дубликатами, то вообще дерево позволяет хранить дубликаты. И если мы позволяем их хранить, то нам просто нужно определиться, куда класть равные элементы, налево или направо. У нас будет тест, у нас будет задачка, где нужно будет измерять ширину или глубину деревьев, построенных классическим методом добавления. И вот там, когда есть дубликаты, нужно дубликаты класть, будет класть всегда налево или всегда направо, чтобы структура дерева, которая построится, была такая фиксированная, и чтобы вот эти вот тесты, которые у нас в задачах есть, чтобы они, чтобы проверяли именно то дерево, которое у вас должно построить, чтобы дерево было однозначно. Вот. Так вот, чтобы вставить, вот у вас есть дерево, да, вы хотите вставить ключ K. Если есть и левое, и правое под дерево, и вот есть узел X, а нужно вставить ключ K. Если значение ключа в узле X меньше, чем K, то у нас надо вставлять в правое под дерево. Ну, вот так и делаем. Идем сюда и вставляем в правое под дерево. Рекурсивно, например. Да? Останется только обработать конечный случай. Вот, например, вы дошли сюда, и ключ K больше, чем тот ключ, который хранится здесь. Ой. Больше. Значит, нужно ставить в его правое под дерево, а у него нет. Ну так ставим сам ключ K. Это и будет новый узел с этим ключом K. Вот. Здесь об этом и написано. Если дерево пусто, то есть если мы перешли, пытаемся добавить в правое под дерево, а само правое под дерево пусто, то мы как раз его заменяем новым узлом с этим ключом K. Аналогично влево. Если требуется добавить влево, то добавляем влево. Время работы от H, где H — глубина дерева. А если есть узел? Если есть узел, то мы пытаемся добавить в его дочерние. Опять переходим рекурсивно к нему и пытаемся добавить к нему. Вот да, если вот равный ключ, вот если здесь, например, узел K, да, то мы все равно пытаемся идти направо для равных узлов. Вот я как раз об этом говорил, что если ключ текущий больше, если ключ, который надо добавить, больше либо равен, в том числе равен того, который хранится в узле, то мы спускаемся направо или налево. Ну, в смысле, либо так, но тогда для ключей меньших, строго меньших, надо налево, либо наоборот говорим, что мы равные ключи кладем налево. То есть можно дубликаты. Сейчас вот мы рассматриваем ситуацию, когда мы хотим разрешать добавлять дубликаты. Если вы нашли ключ K, который уже есть в дереве, тогда нужно было бы тогда сказать, что... Ну, два варианта. Вариант первый. Хранить дубликаты или не хранить дубликаты. Вариант первый. Храним дубликаты с дублями. Тогда одна логика. Тогда просто всегда добавляем ключ. Просто заботимся о том, куда добавлять равные. А если без дублей, то в случае, если вы нашли этот ключ в процессе поиска, вот здесь вы нашли ключ равный, тогда здесь либо бросить исключение, либо вернуть false. Вставка. Опять здесь не очень хороший код, но это специально. Потому что в задачке вам потребуется написать свой метод вставки, свой поиск, свой обход и сделать их желательно нерекурсивными. А здесь он плох тем, что он рекурсивный, потому что он идет, спускается в поддерево, а поддерево может быть глубоким. Удаление. А удаление немножко посложнее, как обычно. Указательно, есть у вас указатель на корень дерева x, ключ k, который требуется удалить. По сути, надо вначале найти этот узел, а потом его удалить. Для этого мы спускаемся по дереву, соответственно, ища его, да, выполняя поиск. Если в текущем узле x ключ больше, то идем в левое по дереву, рекурсивно ищем, удаляем из левого. Если меньше текущий узел, чем k, то идем в правое. Ошибочка. Здесь идем вправо под дерево. А если равны узлы, то необходимо рассмотреть три случая.
И вот тут начинается рассмотр случаев, разбор. Вот нашли узел, который вам требуется удалить. Я его красным нарисую, вот его надо удалить. У него ключ К. Если он лист, то его удалить легко. Если у него есть дочернее одно под дерево, X, одно, а второго нету, то тоже далеко, да? Понимаете, можно просто вот так вот перенаправить вот этот указатель, вот так, а этот удалить, тоже легко. А если ситуация такая, что у вас есть ключ К, который требуется удалить, а у него два дочерних под дерево, то это уже не так тривиально, но все равно не очень сложно. Давайте я покажу ситуацию, что там можно делать. Да, это вот как раз третий случай. Случай 3. Если есть оба дочерних узла, тогда заменяем ключ. Заменяем ключ удаляемого узла на ключ, например, минимального из правого под дерево. Посмотрите, дело в том, что мы когда искали минимальный узел, помните, да, оказывалось, что у него нету левого под дерево. Такой узел легче удалить, потому что у него всего один дочерний элемент, возможно, а может ни одного. Или наоборот максимум в поддереве, он тоже всегда не имеет правого поддерева. Здесь на этой картинке предлагается найти минимальный узел в правом поддереве. Идем в правое поддерево, спускаемся вниз и ищем узел минимальный. Вот он минимальный, у него левого поддерева нет, у него, возможно, есть правое поддерево, и здесь это не нарисовано. Вот у этой четверки может быть правое поддерево, а левого может не быть. Вот это четверка, давайте мы там здесь напишем, это 4, да? И что нужно сделать? А предлагается сделать вот что. Вот эти вот данные, которые здесь есть, или можно даже сам узел весь этот взять и перенести вот сюда. Ключ этот удалить. Ключ удаляем. Вот этот указатель перенаправляем вот сюда. Если здесь правого под дерево нет, и здесь 0, то это просто 0 копируется сюда. Все автоматически можно просто скопировать значение вот этой вот переменной в эту переменную. Да? А здесь скопировать ключ, который есть отсюда. Проще скопировать значение иногда бывает сюда, а это удалить. Но иногда бывает сложно скопировать значение. Иногда приходится копировать весь узел. Приходится узел удалять, вот эту вот четверку вот так вот перенаправлять, вот она раньше была вот сюда, теперь сюда. И сам у этого узла нужно обновлять все, соответственно. Раньше он указывал на x, теперь этот должен указывать на x и правое под дерево. Проще скопировать значение. Вот когда мы будем писать AVL дерево, хочу сразу предупредить, я еще сегодня, может быть, еще про это скажу. Мы всех отсылаем на Хабр. Там хорошая статья есть про AVL-дерево. Кто-то, молодец, написал грамотную статью, в которой без использования указателей на родительский элемент, просто рекурсивным обходом, а рекурсию можно использовать, потому что логарифм, рекурсивным обходом делается, полностью реализуется AVL-дерево, достаточно лаконичным, грамотным, качественным кодом. Вот. Но там удаление реализовано как раз через копирование, через перенос узла. Тут сюда удаляется вот этот узел, а вот этот узел с минимумом переносится наверх. Вот. А так как у нас данные будут простые числа, то проще перенести число. Поэтому будем просить сделать перенос значений, а не перенос узла. А так как там одна рекурсивная функция в другой, поэтому нужно будет как следует разобраться во всем этом. Вот. Еще раз вкратце. Чтобы удалить узел, у которого есть два дочерних элемента, мы берем минимум, его значение кладем сюда, а сам узел удаляем. Или наоборот, удаляем этот узел, и вместо него подставляем тот узел, который здесь. Вот здесь это как раз на картинке подставление узла. Или значение. Даже, ну, непонятно, что здесь. Вот сюда, да? Да. Вот оно здесь будет.
До удаления? Да. Угу. И как ты получишь? Вот если пятерка здесь, то вот этот вот указатель перенаправляется на пятерку, а не вместо четверки. А, в том случае, когда если узел переносится, какая разница, он все равно вначале указатель перенаправляется, а потом сам узел. Вопрос в том, что удалять. В этом случае удаляется узел вот этот вот, а ключ просто сюда копируется. А в этом случае удаляется этот узел, а вот этот узел с ключом переносится сюда. Это не требует вызова конструктора копирования для тех ключей, у которых нетривиальный конструктор копирования. Нетривиальные, если польские типы какие-то. Но их обычно немного бывает. Ну, редко встречаются сложные польские типы. Хотя нет, встречаются, конечно. Да, можно, конечно, да. Да. Немного кода по удалению. Это здесь, это на самом деле вот эта часть, это просто поиск. Мы, если не нашли, возвращаем false, семантика такая. Если нашли, то вызываем рекурсивную функцию удаления узла. Точнее, не просто функцию удаления узла. А если ни то, ни другое, то есть надо искать дальше, то мы спускаемся либо влево, либо вправо по дереву, в зависимости от значения ключа в текущем узле. А вот само удаление узла. Вот мы уже нашли этот узел, который требуется удалить. Вот. Ссылку на него, передали указатель на него по ссылке, где вот мы его взяли, вот из той переменной, которая хранит на него указатель. Это может быть отдельная переменная, которая хранит root на корень. Вдруг нам корень требуется удалить. И вот мы вот всю сегодняшнюю лекцию и на семинарах будем учиться работать с указателями, переданными по ссылке. Чтобы вот вам, на самом деле, когда передается указатель по ссылке, по факту передается указатель на эту переменную, просто он уже разыменованный для удобства использования. Да, понимаете, на самом деле вот здесь вот not — это указатель на ту переменную, разыменованный указатель на ту переменную, который содержит указатель на тот узел, который требуется удалить. И потом, когда вы этот узел удалите, то если потребуется вот здесь перенаправить, вот здесь, видите, перенаправляется, или если там дочерний элемент, то тоже надо перенаправить, то вот значение этой переменной, адрес, станет новый узел x. Давайте я все-таки нарисую эту картинку. Вот, например, в такой ситуации, когда требуется удалить узел, у которого одно дочернее дерево, то мы вот этот узел удаляем, а вот в эту переменную должны записать адрес вот этой вот, да, вот этого узла, который станет теперь корнем вот этого под дерево всего. Либо это может быть элемент дерева. У него есть просто left и right. Вот, например, это может быть left. Его тоже могли передать по ссылке. Тогда этот left нужно заменить. В общем случае, всегда, если вам передается ссылка на указатель, это означает, что вы хотите его, скорее всего, обновить. Особенно полезные вот эти вот ссылки на указатели будут в методе сплит декартового дерева. Метод очень коротенький, но смысла в нем очень много. Еще раз, значит, нам передали этот нод по ссылке. Нам его надо удалить. И дальше здесь вот рассматриваются случаи. Если левого узла нет, вот этого нету, да, то мы в качестве right берем вот этот вот right, запоминаем, придерживаем во временной переменной right, удаляем сам узел. Дальше в нод копируем этот right. То есть в эту переменную, которая хранит указатель на текущий узел, записываем указатель на правое по дереву. Потому что теперь оно будет корнем вот этого по дереву, в котором раньше был корень нот. А потому что left-то нет. Мы проверили, что left-то нет. А right может быть нулем. Да, вы это спросить хотите? Нет, то, что для верхнего узла, ну, вот, когда мы уже удалили, тот будет
Для верхнего узла. Ну, вот, нет, вот этого? Да. А вот эти все элементы вот этого всего по дереву, они по значению меньше, чем ключ в ноде. Значит, оно сюда можно подставить. Аналогично, если правое по дереву равно нулю, то есть если наоборот y был бы здесь, а здесь был бы 0, тогда нужно было переприсвоить этот указатель вот сюда. Вот это здесь записывается. Запоминается вначале указатель на left, удаляется сам узел, а потом этот указатель перенаправляется на этот самый запомненный left. А если оба равны нулю, тогда мы вот в первом условии сразу зайдем, сразу скопируем все, что нужно, и выйдем. Скопируем все, что нужно, это что? Мы скопируем 0. Мы запомним 0 и 0 присвоим. Да? То есть вот здесь будет записан 0, если оба под дерево равны нулю. Да, вот здесь об этом написано в комментариях, который немножко выцвело. А если есть оба под дерево, то ищем минимальный в левом под дереве. Здесь минимальный в левом под дереве. И тут тоже некоторый нетривиальный код. Меня один семинарист надоумил его написать с тернарным оператором в присваивании в самом конце. Я согласился, но теперь жалею. Вот нашли минимум, у него может быть правое под дерево. И по-хорошему, если бы у нас... Вот нам нужно что сделать? Нам нужно вот этот вот узел, вот здесь вот мы берем его данные. Где его данные? А, они здесь не скопированы. Надо данные скопировать еще. Это я обновлю в презентации. Здесь данные не скопированы. Видите, мы все указатели перенаправили, а данные-то не перенесли. Вот сюда нужно перенести новый ключ. Здесь вот ключ M, а здесь был ключ K. Вот надо M скопировать вот сюда. Здесь это не сделано. Потом, что делается? Зачем ищется minParent? Вот это вот minParent, вот это min. Так. Вот это minParent. И вот этот узел удаляется, и надо обновить вот этот вот left. Значит, надо у minParent обновить left. Ну, это легко сделать, обновить minParent left. Left у minParent. Вот он обновляется. minParent left равняется minRight. Вот. Записать вот этот right. А потом удалить min. Но какая проблема? Здесь терка. Сейчас здесь просто много лишнего. Это все не нужно. Но есть одна проблема. А если у этого узла вообще нету правых поддеревьев, ой, левых поддеревьев, тогда минимум является сам он. Давайте отдельно нарисуем. Вот это вот пусть k будет. Это x. Это y. А дальше вот левого поддерева нет, есть только правое. Оно здесь называется R. Вот. И надо этот узел удалить. Данные перенести сюда. И узел удалить. Но у него был parent. Вот этот узел назывался min в этом коде. А этот узел назывался minParent. Но у minParent в этом случае надо обновлять не left, не левый узел, а right. Можно было бы сделать это рекурсивно. И именно так сделано на хабре. Там передается по ссылке указатель, который надо обновить, указатель родителя, который хранится в родителе, и его просто обновляют. Можно было бы сделать и здесь так же. Вот, наверное, надо было бы написать здесь все-таки не minParent, да, а указатель на min. Тогда все было бы нормально. Мы бы передавали бы указатель на ту переменную, которую нам надо было бы обновить. Вот указатель на эту переменную. Вот надо было бы вот этот вот нод-звездочку-звездочку передавать, обновлять, переходить в ней. Тогда не потребовалось, кстати, бы две переменные. Но потребовалось бы постоянно делать разыменование. Ну ничего страшного.
И вот мне потребовалось сделать вот этот тернарный оператор, который говорит о том, мы обновляем min и left, или обновляем left и обновляем, или right у min parent. Понятно вот эта часть? И я совсем запутал. Или так? Стоит обновить здесь с переменной на указатель указать. Ну, с переменной типа. Давайте сделаю синод звездочка-звездочка. Исправлю, чтобы была одна переменная. Мин. Ее будем обновлять. Или это запутается? Я не знаю, как лучше. Ну ладно, давайте так оставим, все, пойдемте дальше. Если вот захочется разобраться, вот посидите, помедитируйте, наверное, разберетесь, да? Здесь всего 4 строчки. Вот, основная проблема с такими деревьями, когда вы просто добавляете, просто удаляете в такой логике, что они хоть и работают за время пропорциональной глубине, но глубина может быть неспрогнозируемо расти. Например, если вы добавляете элементы в порядке возрастания 4, потом добавили 7, оно пошло вправо по дереву. Потом добавили 16, оно пошло 5 вправо по дереву. Потом 20, 37, 38, 43. В общем, если вы добавляете все время возрастающий набор элементов, то у вас дерево становится, рождается в цепочку, и никакого преимущества работать с этим деревом по сравнению с массивом или даже со списком нету. Хотелось бы все операции делать за линейное время. Какие у нас операции? У нас, по сути, полноценный контейнер. У нас операции проверка ключа, есть ключ, нет ключа, удаление ключа и добавление. Как мы хэш-таблицу пишем, да, то же самое можно делать с этими ключами. Тоже также можно реализовать множество на дереве. Но время добавления этих операций пропорционально глубине. И вот нужно сделать так, чтобы глубина дерева была сравнительно небольшой по сравнению с n. Есть разные логики. Как можно балансировать? Можно балансировать случайно. В среднем за n, за o от логарифм. В среднем глубина дерева будет ло, от логарифм для декартовых деревьев. Это, наверное, единственный случай достаточно простых деревьев, которые случайно балансируются в среднем за o от логарифм n. Глубина у них от логарифм n. В худшем случае все равно o от n. Можно гарантированно сделать балансировку. Это вот AVL-деревья и красно-черные деревья. Красно-черные деревья используются в стандартных реализациях, в стандартных контейнерах std-map, std-set. Можно использовать амортизированную балансировку. Вот это вот сплей-деревья, они гарантируют, что глубина дерева не... Точнее, не то, что глубина. Вот мы хотим что? Мы хотим, чтобы все операции были за логарифм. Вот в AVL-дереве, в красно-черном дереве, они все за логарифм. А в сплей-дереве все операции, все вместе, они за логарифм, но амортизированы относительно времени всех операций подряд идущих, произвольного типа. То есть можно сделать произвольный набор операций, поиска, добавления, удаления в произвольном порядке, взять эту сумму времен всех операций, поделить на количество операций, и будет гарантированный логарифм. То есть вот такой амортизированный логарифм для сплей-деревьев, он доказывается. Доказательство нетривиальное, поэтому мы его здесь не доказываем. Ну и вообще сплей-деревья мы рассматривать не будем, но очень хотелось бы, чтобы вы просто про них понимали, что такие тоже есть. Они просто, они вот реализуются проще, гораздо проще, чем AVL-деревья. Вот. Ну и тем более, чем красно-черные. Но сравнительно за столько же усилий требуется, как и для декартовых деревьев. Вот, начинаем с декартовых деревьев. Декартовые деревья — это такая структура данных, которая объединяет в себе двоичное дерево поиска и двоичную кучу. То есть, с одной стороны, это дерево поиска, двоичное, которое вот у нас сейчас было, да? Но еще мы добавляем параметр в каждому узел, и вот по этому второму параметру, по y, называем его приоритетом, вот по приоритету это не дерево, а это как куча устроена. То есть приоритет узла, который повыше, всегда выше, чем узлов, которые пониже. А это сейчас картинка там будет. Вот картинка. Первый параметр — это ключ, второй параметр — это приоритет.
в корне 14, значит, максимальный приоритет. Можем посмотреть, что для двух любых узлов приоритет родителя всегда больше, чем приоритет дочернего узла. Дерево двоичное. И как и с кучей, не обязательно, что на одном уровне все приоритеты выше, чем на следующем уровне. Видите, здесь вот 0,6, а здесь на следующем уровне 15,7. Но относительно каждого ребра, родитель, дочерний элемент, да, всегда неравенство выполняется, как в куче. Да, и вот есть такое классическое название трип. Остальные названия не прижились, русские. Декартово дерево по-прежнему называют декартовым деревом почему-то. Вот. Но вот это вот интересное, встречаются, я вам не рассказывал, сейчас он, я про бор вам не рассказывал, про бор, нет? Ну вот есть трип, это слово такое американское, новое слово, которое образовалось из слова trip и слова hip. В американском, ну, в смысле, в алгоритмике есть еще известное слово try. Который вот что. Если у вас есть несколько строк, мама, мыло, какое еще мыло. О. Хорошо. Вот можно построить вот такую структуру данных. М — это корень. Я ее построю, а вы сразу поймете, как она строится. На каждом ребре пишется буква. И от корня, если пройтись по всем путям, то мы получим все возможные слова. Мама, мы, ла, второе слово, и мы, ло. Ну да, можно еще добавить четвертое слово, мы, чтобы было совсем интересно. Вот. Ну, а четвертое слово заканчивается здесь. Тогда нужно еще просто пометить, что есть конечные вершины, это терминальные. Это те вершины, в которых заканчиваются слова. Все листья, соответственно, терминальные, ну вот еще вот эта вершина. Как она строится? Мы для каждого узла делаем ребра не более чем одного ребра на каждую букву. Таким образом, если у вас есть два слова с одинаковым префиксом, вот мы, мыл, вот есть два слова с этим префиксом мыл, соответственно, у них будет общий путь в начале. Вот эта структура называется бор по-русски. А по-английски try. Она тоже образована из слова три и от слова retrieval. Вот. Это было лирическое отступление. Нет, да, приоритеты могут повторяться. В общем случае приоритеты могут повторяться, но когда создают декартово дерево, если его делают, добавляют узлы, если добавляют узлы в процессе работы, и эти узлы случайные, тогда приоритет делают все-таки случайным, и он может повторяться. А если узлы заранее заданы, то можно сделать можно сделать им приоритеты от 0 до n-1 и сделать, как это называется-то, случайную перестановку сгенерировать, чтобы всем было в среднем, ну, чтобы была бы случайная перестановка этих чисел, этих приоритетов по исходным ключам. Вот. И по ним построить уже декартово дерево. То есть можно сделать таким образом гарантированно различные приоритеты. Да, если приоритеты равны, то это не очень хорошо, но терпимо. Обычно приоритеты делают в каком-то большом диапазоне,
случайными, и тогда они, ну, в среднем хорошо работают. Вот есть теорема без доказательства, что в декартовом дереве из n узлов, паритет которого является случайными величинами, с равномерным распределением, средняя глубина дерева от логарифма. Мы это доказывать не будем, здесь нужен сервер, достаточно сложный. И даже если его понимать, там доказательство тоже нетривиальное. Вот. Основные операции, которые нам требуются, это split, merge. И вот эти две операции, разрезание дерева, слияние двух деревьев, вот на основе этих двух операций делаются операции вставки и удаления. А поиск и так есть. Поиск — это просто поиск по ключам. Вот у нас есть ключи, можно просто по этим ключам походить и посмотреть, где нужный ключ, есть нужный ключ или нет. Вот, что это за операции? Операции split позволяет разрезать декартово дерево на две части по ключу какому-то. K — это параметр операции split, ключ. Мы получим два дерева. Первое дерево имеет ключи меньшие k, второе дерево будет иметь ключи больше либо равные k. Или наоборот, можно в первом оставить ключи меньше либо равные, а во втором строго больше. То есть просто вопрос, где оставлять равные ключи, слева или справа. Это не важно, это зависит просто от реализации, где написан оператор, какой написан оператор, меньше или меньше либо равно. Вот. Там сейчас, по-моему, будет реализация. А идея следующая. Мы бьем дерево рекурсивно, смотрим на этот узел. Если ключ, по которому надо разбить, больше, значит, мы должны разбить правое под дерево. Вот разобьем правое под дерево и рекурсивно. Пусть у нас функция уже написана, да, рекурсивно она как-то разобьет, получит два под дерево. То есть разобьем рекурсивно правое под дерево, и оно, эта функция нам в рекурсивно от правого под дерево вернет два. Одно имеет узлы меньшие либо равные k, а второе большее k. И тогда вот это вот под дерево можно подключить будет под правое, как правое в t1, оставив этот узел. А вот это вот t2, это будет вторым под деревом, который требуется вернуть из функции split. Понятно? Давайте я еще раз эту картинку нарисую. Вот если вот здесь вот этот вот ключ x в узле меньше, чем k, или меньше либо равен, зависит от того, что вы хотите, где вы хотите вставлять равные ключи, то вот это левое под дерево мы оставляем, а правое под дерево разбиваем на две части. Вот представьте, что здесь раньше было правое под дерево. Вот оно разбилось рекурсивно. Тогда мы вот это вот обновляем и возвращаем вот это в качестве t1, а вот это возвращаем в качестве t2. Тогда здесь ключи получились меньше либо равные k, здесь большие k. Так, сейчас равные ключи мы куда? Равные. Нет, вот так надо. Если равные ключи слева оставляем, то будет так. То здесь надо меньше либо равно. То есть мы разбиваем не все дерево, а только по дереву. Мы разбиваем все дерево, но рекурсивно спускаемся только в одну половинку. Потому что когда по ключу k нам надо разбить, мы понимаем, какую именно половинку надо разбить, левую или правую, просто смотря на корень. Если в корне ключ меньше, чем тот, по которому надо разбить, то надо разбивать правую. И вот этот самый волшебный код, в котором очень мало букв, но достаточно сложное понимание. Оно сложное за счет вот этих вот двух переменных, которые передаются по ссылке. Я еще раз нарисую картинку, чтобы проиллюстрировать то, как работает код теперь уже. Вот на вход поступил current node. Вот его надо разбить. Он поступил, кстати, по значению. Указатель на него по значению. Вот вам передали current node.
current node. И на выход вам нужно заполнить две переменные. Одну переменную вот сюда заполнить, left, а вторую переменную зовем right, вот ее надо заполнить вот для второго поддерева. Левый, left и right. Вот надо запомнить left и right, разбив вот это поддерево. И вот если вот этот узел равен нулю, то, соответственно, разбив 0, получим 2 нуля. Вот это первый случай. А дальше спускаемся рекурсивно. И вот здесь, если у нас в текущем узле ключ, вот этот вот x меньше либо равен, чем k, то мы рекурсивно спускаемся и разбиваем правое по дереву. Видите, мы здесь переходим в правое по дерево. Вот, спускаемся в правое по дерево. И разбиваем, вот берем правое по дерево, разбиваем его на две части. На две части. Вот, мы его передали. На выход мы получили два по дерево. И что мы передали в качестве тех переменных, которые нам требуется заполнить. Вот в качестве, вот куда нужно положить правое под дерево после разбиения, до рекурсивного разбиения? Его надо положить в right. Вот, то есть вот сюда, вот в эту переменную, которая будет передана по ссылке, будет положен указатель на это дерево, то, что надо, да? А куда пойдет левый кусок? А левый кусок пойдет в current node right. То есть вот в эту переменную, которая хранила указатель на это поддерево на целое, но после разбиения мы в эту переменную записываем указатель на левую часть, которая заполнится. Вот. А еще последнее, что нам осталось сделать, это а здесь как было, все так и осталось. Обновление произошло где? Обновление произошло здесь. Обновление произошло здесь. И вот сюда, в left, мы записали current node, старый узел, который нам передали. Еще одна интересная особенность. Дерево разбивается на две части, но ни одного нового узла не создается. Просто перенаправляются вот эти вот ссылки. Оно как бы разрезается. Да, ну, делать. Вопросы по сплиту есть? Давайте теперь мерч. Операция слить позволяет сделать обратную операцию. У вас есть два под дерева, мы их можем слить. Получится одно под дерево с одним узлом. А, да, вот еще в операции сплит хотел заметить, что мы здесь приоритеты вообще никак не использовали. Использовали только ключи. И это нормально. Потому что приоритеты потребуются только для слияния. Как мы сливаем? Тоже рекурсивно, но немножко попроще. Там уже не требуется, нам требуется вернуть, функция будет возвращать в результате одно под дерево, и мы его сразу куда-то подцепим. Что мы сделаем? А, да, еще на входе самое важное, ключи в левом под дереве, чтобы было возможно слияние, надо, чтобы ключи в левом под дереве были меньше либо равны ключам в правом. То есть здесь больше условий накладывается. И если это так, если ключи в левом меньше, чем ключи в правом, то смотрим, а у кого больше приоритет, у Т1 или у Т2. Если приоритет у Т1 больше, то это означает, что Т2 можно подвесить под Т1. Все узлы Т2 можно подвесить под Т1. Ну и правое под дерево тоже можно подвесить под Т1. И вот что мы делаем, мы просто рекурсивно вызываем слияние вот этих вот двух поддеревьев. Одного поддерева из Т1 и всего Т2. Рекурсивно они сольются, какое-то дерево получится, и мы его просто сюда подключим. Код. Код попроще, потому что все передается по значению и возвращается тоже значение указателя на новый корень дерева. Опять обрабатываем ситуацию, когда одно из поддеревьев пустое. Там обрабатывалась ситуация, когда дерево пустых. Нет, просто когда текущее дерево пустое, да, что его, если оно 0, то его разрезать означает, что в каждой из них по нулю. А если одно из них, если при слиянии, то мы осматриваем left и right. Если одно из них 0, то при слиянии должно получиться второе.
Если оба 0, то получится 0 автоматически. И дальше, уже предполагая, что ни left, ни right не равны нулю, смотрим, у кого приоритет больше. Вот как на картинке, у left был приоритет больше, пошли сюда и слили правое под дерево от левого и right. Ой, слили вот этот и это. Результат слияния подсунули под left и right. И вернули результат, это left. Потому что результат слияния всех этих двух подеревьев T1 и T2, это вот, собственно, вот этот вот узел, который раньше был корнем T1, того дерева, у которого приоритет больше. Если приоритет больше у right, или если они равны, то left подключится под right. Вот. Продолжаем разговор. Так, а что же... Вот я сейчас услышал, что у вас на самом деле про деревья был рассказ на подготовительных занятиях по C++, да? То есть можно... Не у всех? Не у всех. Не у всех. А, все, хорошо, тогда оставляем. Просто думал, в следующем семестре вырезать кусочек по базовым понятиям или нет? Нет, там были задания, надо рассказывать. Что? Ну, вроде задания были, а не рассказывали. А, просто не рассказывал. Ладно. Хорошо. Ладно, теперь вставляем элемент, чтобы добавить элемент в декартово дерево. С ключом x с приоритетом y. Нужно, что нужно? Есть, можно по-разному действовать. Можно использовать операции split и merge, которые мы сделали, и использовать только их и ничего дополнительно не делать. Можно сделать один split и два merge. Давайте, вот здесь вот написано, а я сейчас картинку нарисую. Здесь написано, что разобьем наше дерево по ключу, который мы хотим добавить. Вот у вас есть дерево. Вот. Есть ключ K. Вот давайте мы это дерево разобьем по ключу K. Получим два под дерева. T1. И здесь все ключи в дереве T1. Они, например, меньше либо равны, чем K. Потом, что можно сделать? Можно его слить с деревом, содержащим один узел K, и слить с деревом T2, в котором ключи больше, чем K. Вот. То есть один сплит и два мерджа. Мыслим глобально. Чтобы добавить один узел, будем резать и сливать деревья целыми. Просто вот этот узел K будем рассматривать как одно маленькое дерево. Тогда мы разрезали по ключу K, сделали одно слияние. Это можно сделать, потому что здесь все ключи меньше либо равны, чем все ключи здесь. Потом еще одно слияние. И опять это можно сделать, потому что все ключи здесь меньше либо равны, чем ключи здесь. Вот. Это такая наивная, простая реализация, которая будет работать тоже за от глубины всего дерева, то есть в среднем за от логарифм n. Но можно сделать реализацию ставки немножко более по-умному. А именно, давайте, это сейчас проиллюстрирую на картинке, использовать одну функцию split один раз. И не для всего дерева, а для его небольшого куска, скорее всего. Возьмем. И, значит, что? Мы пытаемся добавить ключ K. А, кстати, мы добавляем ключ K с некоторым приоритетом. Конечно же, у нас приоритет определен еще. Вот, спускаемся по дереву. И спускаемся до тех пор, вот пока приоритет узла больше либо равен вот этого P, мы спускаемся. То есть здесь больше P, здесь приоритеты больше P. А у этого узла первый узел, у которого приоритет меньше либо равен P. И вот это под дерево. Неправильно я его нарисовал. А вот такой вот. Да? Вот это под дерево. Вот в него надо вставить ключ K.
Причем как мы спускаемся? Если ключика надо ставить слева, идем налево. Если ключика надо ставить вправо, идем направо. До сих пор, пока приоритеты больше, чем P. Как только мы дойдем до узла, у которого приоритет меньше либо равен, чем P, это означает, что этот ключ КП можно ставить на его место. И все его дочерние узлы можно к ним подцепить. Только как это сделать? Там же есть ключи большие К, ключи меньшие К. Надо просто разрезать на два поддерева. И что вот это место? Вот оно у нас, давайте я его внизу нарисую. Вот мы так прошли, дошли вот до этого узла, разрезали его на две части, получили дерево Т1, в котором ключи меньше либо равны, чем К. Получили дерево Т2, в котором ключи больше, чем К. И приоритеты вот этих вот узлов меньше, чем приоритеты узла, который был здесь. А значит, меньше, чем P. Значит, их приоритеты меньше либо равны P. И у этого приоритет меньше либо равен P. А значит, вот сюда мы можем подставить ключ КП, К с приоритетом P, и подключить эти два поддерева. Так организовалась вставка. Всего один сплит, и все готово. Вот. А как мы его связываем вот с тем, который... Или стоп, у нас тот, который корень уходит либо влево, либо вправо, да, по дереву. Да, да. При разрезании корень всегда куда-то уходит. Он гарантированно будет корнем либо этого по дереву, либо этого. И это определяется ключом, который в нем хранится. Если ключ в нем меньше, чем К, то он будет левый. Вот, мерч здесь вообще не используется, ну, то есть совсем никак не требуется. Мерч требуется при удалении во второй в реализации, так же, как и вставка. Удаление содержит, и удаление тоже можно сделать двумя способами. Можно, опять же, мыслить глобально и опять резать, кромсать и объединять деревья целые, а можно сделать вот так же, вот сделать некоторый спуск и потом уже удаление. Вот, только как... Да, и, кстати, в отличие от классического дерева поиска, где удаление нам потребовалось, для удаления нам требовалось искать минимальный элемент, там подставлять мин-паренты, перенаправлять указатели, здесь при удалении нам этого ничего делать не потребуется, нам просто нужно будет вызвать функции split и merge. Это очень приятно. Удаление такое же простое, как и вставка в декартовом дереве. Поэтому декартовые деревья часто используются олимпиадниками, олимпиадными программистами для того, чтобы быстро сделать такую вот структуру данных. Вот. Еще некоторые вещи я потом про декартовые деревья скажу, может быть, в конце. Как можно делать удаление первым способом? Здесь сейчас давайте я нарисую эту реализацию. Разобьем дерево по ключу. Нам требуется удалить ключ X. Берем дерево. Разрезаем по ключу X. И, как обычно, у нас в первом поддереве меньше либо равные X, а во втором поддереве строго больше, чем X. И теперь вот надо как-то отделить X отсюда. И можно по-разному действовать. Если мы хотим удалить один элемент, то можно найти, где эти X будут располагаться. X здесь самый максимальный элемент. Поэтому если вы найдете максимум, дойдете до конца, и найдете максимум, это будет заведомо X. Можно одного его удалить. Можно один его удалить, а у него нет левого поддерева. Ой, правого. Вот здесь заведомо X. Но X-ов может быть много. А если нам требуется все X удалить, тогда лучше сделайте сплит еще один такой вот узенький-узенький. Сплит еще раз по ключу X минус эпсилон. Если у вас ключи целочисленные, то это x минус 1. Вот. И тогда получится дерево t1 штрих, в котором ключи строго меньше, чем x, даже меньше либо равно, чем x минус эпсилон. И вот есть еще какое-то узенькое дерево, в котором ключи строго равны x. Вот мы его можем удалить. И дальше просто останется слить все с t2.
вот C2, в котором ключи больше, чем X. Вот останется вот эти два поддерева слить. Вот. А вторая реализация удаления, когда требуется удалить один узел, как вот здесь вот максимум мы попытались удалить в левом поддереве. Если требуется удалить один узел, то проще сделать это и быстрее с помощью одного поиска, собственно, с помощью поиска этого узла, который требуется удалить, и одной операции разрезания, одного сплита. Вот это дерево. И вот вы начинаете искать узел X, который требуется удалить. И вот идет поиск. Ищите, 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 оп, нашли узел X. Неважно, какой у него приоритет. Нашли первый узел X, у него есть левое поддерево, есть правое поддерево. И вот его надо удалить. Вот. Угадайте, что нужно сделать. Чтобы удалить этот узел XP. Это не так, да? А? Да, тут написано. А вы же прочитали? Ну да, вот надо взять и слить T1 и T2. Когда вы их сольете, стерка, то получится одно дерево, которое можно будет поставить на это место. Вообще операции сплит и мерч волшебные. Сплит и мерч могут быть не только в декартовых деревьях, но и в сплее деревьях реализуются. А на основе этих операций сплит и мерч можно делать деревья по неявному ключу. Если сегодня останется время, я, может, немножко расскажу на доске, может быть, просто для ознакомления, может быть, кому-то интересно будет. И это вот результат слияния T1 плюс T2. Вот сюда подставляем на место удаленного узла, а этот узел удаляем. Вот вторая реализация, конечно, эффективнее, потому что она по времени она строго равна как бы глубине дерева, потому что спуск, это, допустим, какая-то часть до узла, да, это спуск, это одна это часть высоты, и потом еще сплит, который может дойти до конца, до глубины, да, и в сумме вот эти две операции, спуск до самого ключа и сплит, в сумме будет не больше, чем глубина всего дерева. То есть здесь гарантированно один проход до глубины максимальный. Ну, не больше, чем один проход. А в первой реализации, возможно, три прохода до максимальной глубины. Поэтому вторая реализация, конечно, эффективнее. Вот. По времени и по памяти декартово дерево хорошо работает в среднем, потому что, ну, по памяти она всегда хорошо работает. В любом случае у нас количество узлов всегда n, поэтому все за O от n. А вот поиск, вставка и удаление, они все гарантированы за время пропорциональной высоте, но высота в среднем случае логарифмическая, в худшем случае O от n. Вот, переходим теперь к AVL-деревьям. AVL-деревья — это сбалансированные двоичные деревья поиска. Для каждой вершины двух поддеревьев высота этих двух поддеревьев отличается не более чем на единицу. И здесь мы уже переходим к структуре данных, которая гарантирована за логарифмическое время. За логарифмическое время все операции будут работать, потому что высота у нее будет всегда O от логарифма. Мы сейчас это докажем. Это несложно. Вот, пользуясь просто вот этим вот определением. Разница высот левого и правого поддерева не больше, чем единица. Может быть, одинаковые высоты могут отличаться на единицу. Как левое может на единицу быть больше, чем правое, или правое может быть больше на единицу, чем левое. Изобретены они советскими учеными. Адельсон-Вельский — это ученик Гельфанда. В 1962 году они написали совместную статью. Вот. И через некоторое время за рубежом было опубликовано красно-черное дерево. Они очень похожи. В том смысле, что нет, они, точнее, они различные. Они похожи с тем, что они одинаково гарантированно работают за хорошее время. Вот. Но у красно-черного чуть больше
различных случаев, и оно сложнее реализуется. Я не сравнивал реализации AVL по времени, что кто быстрее работает, AVL или красно-черные. В красно-черном есть такие же повороты, как в AVL-дереве, но нет, и есть раскраска еще дополнительно, красные и черные узлы. А вот у AVL-дерева только повороты. Я не сравнивал их время работы, их реализации. Не знаю, почему вы стояли именно красно-черные. Наверное, кто-то сравнивал. Наверное, почему-то выбрали именно красно-черные. Не знаю. Вот. Ну, AVL просто проще, все случаи разбираются достаточно легко. Рассмотреть их и закодировать. Соответственно, мы этим будем заниматься на семинарах. Высота AVL дерева логарифмическая. И какое доказательство? В AVL дереве, вот мы докажем, что высота не меньше, чем число Фибоначчи соответствующее. Точнее, наоборот, количество узлов не меньше, чем число Фибоначчи от соответствующей высоты. Количество узлов. Давайте попробуем это доказать. Там, наверное, плюс-минус 1 надо дописать, но давайте попробуем все-таки сделать. Вот количество узлов n, оно больше либо равно, чем число Фибоначчи для некоторой высоты h. Если h равно 0, то узел 1 подходит. Если h равно 1, то число узлов равно 1 подходит. Если высота равна 2, что-то не очень сейчас сходится, но может быть надо плюс-минус 1 дописать, сейчас посмотрим. То количество узлов может быть 3. Да, вот такая вот, такое дерево может быть. А что мы хотим доказать, что в AVL дереве высоты h больше, чем f от h узлов? F от h, второе число Фибоначчи, это как раз, это 2. Это 2. Ага. Значит, надо здесь... Нет, n может быть равно 2, но нам главное, что n больше либо равно 2. Да, 2 это число Фибоначчи. Да, вот один из число Фибоначчи, соответствующее число Фибоначчи, f, h это 1, 1, 2. И вот n больше либо равно, чем соответствующее число Фибоначчи. Если у нас есть какой-то k, h равно k, и n больше либо равно, чем fk, это число Фибоначчи, то давайте рассмотрим h равное k плюс 1. У нас есть узел, есть два дочерних поддерева, t1 и t2. Вот у одного из, если высота всего дерева h плюс 1, k плюс 1, k плюс 1, то это означает, что у какого-то из поддерева, высота ровно k. Какого? Ну, например, у этого. Пусть у этого дерева высота k, k. Тогда у второго какая? K минус 1 может быть, да. Может быть k минус 1 или k. Ну, как минимум k минус 1. Значит, общее количество узлов здесь, в левом поддереве, больше либо равно, чем f k, это число Фибоначчи. Здесь больше либо равно, чем f k минус 1 число Фибоначчи узлов. А значит, всего n больше либо равно, чем их сумма плюс 1. Даже еще единица добавилась. fk минус 1 плюс 1, а это fk плюс 1 плюс 1. Это больше либо равно, чем fk плюс 1. Что и требовалось доказать. Единичка добавилась. Давайте проверим, что вот для тройки оно будет строго уже больше, чем 3. Вот если h равна 3, то n больше либо равно... n какой может быть? Так, должна быть высота такая. Значит, это минимальное поддерево, да?
минимальное. Значит, количество узлов 1, 2, 3, 4. Да, вот n здесь уже строго больше, чем число Фибоначчи, на единицу. Ну и они, конечно, там добавляются, и получается чуть больше. Интересно, можно ли определить минимальное число? Ладно, это сейчас не обязательно. Мы уже вот эту вот формулу Бина обсуждали, да, то, что она у нас экспоненциальная. N у нас больше, чем c на φ в степени h, где φ в степени φ — это золотое сечение. Вот, а значит, вот это вот n, значит, если мы это не нравится прологарифмируем, получим, что лог n меньше, чем h, лог по основанию φ. Но лог по основанию φ — это константа на лог по основанию 2. Поэтому высота меньше или равна, чем константа на лог n. Вот, доказали. Но вот чтобы гарантировать, что разность высот между поддеревьями всегда остается равная не больше, чем единица, может быть 0, может быть 1, может быть минус 1, мы будем говорить, если левое поддерево больше, то это 1, если левое поддерево меньше, то минус 1. Вот. Соответственно, баланс разницы между глубиной левого и правого поддерева может испортиться. Он может стать равным минус 2, например, при добавлении элемента. И чтобы восстановить AVL дерева, нужно его отбалансировать. И чтобы делать балансировку, используется всего 4 операции. И вот мы их сейчас обсудим. Какие это операции? Это вот операции вращения левого малого, большого левого и то же самое правое, малое и большое. Давайте начнем с малого левого вращения. Малое левое вращение — это вот на картинке нарисовано. У вас есть узел А, узел Б. Левое вращение — значит налево идем. А опускается, Б поднимается. Вот крутится против часовой стрелки. И здесь во время вращения происходят некоторые изменения. Какие именно? Вот раньше у А был дочерний Б, левый, но теперь Б будет иметь дочерним сам А. А вот указатель, левый указатель, который раньше указывал на Б, заполнится С. То есть переподцепится С под А. И все указатели автоматически будут заполнены правильно. Вот это основная операция, это операция вращения, она сохраняет порядок узлов. Узлы L меньше, чем А были, а узлы все в этом поддереве были больше, чем А. С было меньше, чем Б, то есть С было меньше между А и Б. Раз С было между А и Б, то его, соответственно, можно подцепить теперь к А в качестве правого поддерева. Видите, да, все неравенства сохранились. Вот. Это такой поворот, он позволяет перебалансировать дерево, сохраняя его деревом поиска. Вот. Здесь нарисовано еще так же, что происходит с самими поддеревьями. L опускается, да, видите, он стал на один уровень ниже. C остается на месте, потому что раньше он подключался к уровню 1, и теперь он тоже подключается к уровню 1. А R поднимается, потому что B поднялся на уровень 1. B поднялся, R поднялся на единичку, L опустился на единичку, C остался на месте. Вот. И теперь это, собственно, сама операция. А здесь написано, когда эта операция используется. Вот используется эта операция тогда, когда произошла разбалансировка. Разбалансировка у нас всегда происходит, когда разница высот становится равной двойке. То есть как только разница высот стала двойке, все, внезапный аларм, мы делаем перебалансировку, и снова у всех будет единица. До тройки дело не дойдет. В этом основа как бы AVL-дерева. До разницы, до баланса плюс-минус 3 дело не дойдет, а плюс-минус 2 мы починим. И в процессе починки больше, чем плюс-минус 2, возникать тоже не будет. Здесь написано, когда требуется, когда нужно делать малое левое вращение. Неважно, добавление этого узла, удаление узла. Вот пример, простое дерево. Здесь был 1, здесь узел 2, здесь узел 3. Его
вот добавили узел 3, и дерево перестало быть AVL-деревом. Для какого узла испортилось свойство AVL-дерева? Для первого, да. У первого разница высот сейчас стала равная минус двойке. 0, минус 2. Для него делаем вращение. Вот это вот L, его, оно пустое. Серединка тоже пустая. Один опускается. 2 поднимается. У левого здесь ничего нету. Посередине между ними ничего не было. 3 остается на месте, подцепленное к правому узлу второго узла. Вот получается такая перебалансировка. Давайте я нарисую в общем случае вот эту картинку. Вот узел, корень. А, назвали А. Это B. И вот у L высота отличается на двойку от высоты R. Здесь вот R есть. Давайте я такие вот уровни нарисую. Вот R. R был глубокий. А C меньше либо равен R. Он может быть как глубокий, так и неглубокий. Он может быть как здесь, так и здесь. Я нарисую сразу здесь две линии. Может быть так, а может быть так, чтобы рассматривать оба случая. Это C. И что происходит при повороте? Хотим убедиться, что при повороте баланс восстановится. B станет здесь, A опустится, L опустится. L опустится, соответственно, уже будет теперь вот на этом уровне. Теперь у нас здесь L. C останется на месте, но уже будет подключен к А. По глубине он останется на месте. То есть он может быть как вот самый глубокий, так и не очень. А что произойдет с R? R поднимется и будет уже на этом уровне. Что произойдет с общей глубиной дерева? Общая глубина дерева была там, где глубина R. Это вот после операции мы сейчас рассмотрим. Что произойдет? R поднялась, поэтому вот этот кусок поднимется. И общая глубина дерева может либо уменьшиться на единицу, либо остаться такой же. Если C изначально был меньше, чем R по глубине, то общая глубина дерева уменьшится на единицу. А если больше, то останется такой же. Для чего нужно понимать, насколько изменилась общая глубина дерева? Если у вас была операция добавления, и у вас текущая по дереву увеличилась на единицу, и вы делаете перебалансировку, то вы делаете перебалансировку всех родительских элементов по пути от корня до добавленного элемента. Нет, давайте я сейчас перейдем к добавлению, я там еще раз об этом скажу лучше. Это вот малое левое вращение. А смысл вы делаете, когда C равно R? Ну, то есть тогда же изменится глубина гарантированно. Но здесь был баланс минус 2, а теперь стал баланс равный либо 0, либо 1. 0 или 1. Минус 1. То есть мы сделали балансировку, и у корня теперь правильный баланс. Нет, видите, у нас вот если вот это условие выполнено, то... Если выполнено, да, вообще в общем случае. В общем случае, если баланс равен минус 2, делается левый поворот, то нет, он не увеличится. Ну, смотрите, вот если 1, 2, 3, вот к единице слева прибавить, ну, 3 элемента. Вот так? Тоже будет... Не, а баланс не минус 2 тогда уже будет. Малое правое вращение симметрично. R опускается, L поднимается, C остается на месте, переподключается. И теперь большие вращения. Большие вращения
я сейчас на самом деле скажу, что это на самом деле комбинация двух малых. И правильно сделаю, потому что обычно большие вращения отдельно не пишутся, а пишутся последовательный вызов двух вращений. Вначале BC, а потом А. Сейчас мы это нарисуем. Вот, значит, мы здесь вот когда рассматривали этот случай, да, когда С был меньше либо равен R, и разница была минус 2. Значит, мы всегда балансируем, когда разница плюс-минус 2. И вот кто из них глубже, R или C? Если R глубокий относительно L, то неважно, какой C, мы делаем малый поворот. Но бывают случаи, когда R маленький. И тогда малый поворот не поможет. Если R вот такой, то после поворота R станет вот таким, и разница, баланс был минус 2, и баланс теперь станет просто 2. Бестолковый поворот, который просто переподключил и сделал симметричную ситуацию. Поэтому вот эти два товарища, они придумали сделать поворот чуть посложнее, большой. И вот как раз для такого случая, когда C глубже, чем R, делается большой поворот. Видите, здесь C, она глубже, чем R. Вот как раз для такого случая, который здесь рассмотрен. Последний случай, когда у нас баланс минус 2 и останется, и нужно его разрешить. И вот как раз разрешается с помощью большого левого вращения А, Б, С, вот эти три узла. А меньше, чем С, а С меньше, чем Б. И вот С останется в корень, А вместе с L уходит вниз налево, Б остается на месте, а М и Н переподключаются. М подключается к А, Н подключается к Б. И все неравенства, все по-прежнему сохраняются. L меньше А, М между А и С осталось, да? Н между С и Б осталось, R больше Б, все осталось на месте. Все неравенства сохранились. Вот этот поворот большой, он на самом деле является комбинацией двух. Кстати, всегда видно, что после, отсюда из этой картинки видно, L опустилась на единицу, R осталась на месте, M и N поднялись. Из этой картинки видно, что общая глубина дерева всегда уменьшилась на единицу. А давайте теперь нарисую эту картинку. Нарисуем эту картинку как комбинацию двух поворотов. Вначале у нас есть А, есть L. L. L, есть B, нет, B у нас чуть здесь вот, B, здесь C, и здесь надо эти вот пунктиры порисовать, так, что-то повыше лучше повыше, вот сюда B, здесь C, здесь у нас глубокие поддеревья у C. Одно под дерево называется M, другое под дерево называется N. Кстати, одно из них может быть не совсем глубоким, одно из них может быть чуть-чуть помельче. Это не важно. Главное, чтобы весь C был больше, чем R. А R вот здесь вот у нас. Так, здесь может быть вот так, а может быть N мельче, чем M. Это не важно. Вот. Если мы сделаем первым делом просто правый поворот вокруг B, смотрите, что получится. А остается на месте вместе с L. Они мелкие. L мелкие. Так, C поднимается вместе с M и N. И по сути мы ситуацию, когда у нас был баланс вот, перевешен в центр, мы его переключаем на B. R у нас опустилась. Это позволяет нам использовать первый случай, который мы разобрали, когда R на 2 больше, чем L. Так, теперь C. У нас здесь M и N поднялись.
М остался левым у С и поднялся. Вот здесь вот такая двойная черта, да? Может быть так, а может быть так. М поднялся, а N остался на месте. N остался на месте. Вот. И теперь вот это вот все правое под дерево, оно на единицу меньше, чем вот это M, а может быть даже на 2, вот если оно совсем маленькое. И нам поможет обычный левый поворот. И сейчас так. Жалко, здесь вот нельзя доску так перевернуть, чтобы она хватала. Но, в общем, пунктирами сейчас нарисуем. С у нас сюда пошла, А сюда, Б поднялась вместе со своими поддеревьями. И вот такие здесь появились уровни. Тук-тук-тук. Эль опустилась. Эль опустилась. М переподключилась к А и осталась на том же месте. Она до этого поднималась. Ей хватит подниматься. N и R поднялись оба, потому что B полностью сохранилась. Вот. А R поднялось. И R стала на самом деле на тот же уровень, который был в начале. Но общая глубина дерева уменьшилась на единицу. Это, собственно, и есть большой поворот левый. Большой левый — это комбинация еще раз двух малых. Одного правого у дочернего и у левого у корня. Вот. Симметрично большое правое вращение делается. Вот. Теперь как сделать с операцией? Вращать мы научились, восстанавливали балансировку, научились, осталось научиться вставлять элемент и удалять. Приставки. Проходим по пути поиска, так же, как обычно, пока не найдем место, куда вставлять. И вставляем его так, как классически должны вставить. Картинку нарисую. Берем элемент К какой-то. Для него нужно создать узел. Спускаемся по некоторому пути. Оп, и вот надо ставить влево, а там. Ой, вправо, а там, например, вправо, а там ничего нет. Соответственно, должны ставить сюда и вставляем. Добавляем новый узел. Новый узел. Добавили. Но может что-то испортиться. Вот для этого узла, скорее всего, ничего не испортится, потому что у него баланс. Не мог стать, вот это вот дерево было единица, да, у этого левое по дерево вот не могло быть глубже, чем один, баланс все равно не изменился в эту сторону. Баланс может измениться у этого по дерево. У этого, видите, да, у него здесь могло стать, не смогло быть не быть элементов, а здесь увеличилось. У этого мог измениться баланс теоретически, да, если у этого был один элемент дочерний. Вот. Например, вот так вот могло быть. А это дерево взяло и увеличилось на единицу. То есть если дерево дочернее увеличилось на единицу, то баланс мог измениться на единицу и стать равной двойке или минус двойке у всех родителей того элемента, к которому мы подключили новый узел. И, соответственно, нужно восстановить баланс у всех них. При этом все вот эти вот дочерние поддеревья, они все могли увеличиться на единицу ровно тогда, когда испортился баланс. Если баланс не испортился, значит, все по дереву не изменило глубину. Да, это верно, конечно, иначе бы баланс изменился. Вот. Мы просто смотрим, у кого изменился баланс, и где изменилась глубина по дереву, и делаем вращение. Если при каком-то вращении, при исправлении какого-то баланса, глубина под дерево, вот мы, например, сделаем здесь вращение, и глубина по дереву, да, мы начинаем восстанавливать баланс снизу вверх. Вначале восстановление баланса к
Как бы так сделать? Баланс. Называем метод баланс. Здесь, потом здесь. Переходим к корню. Вот в классической реализации метода вставки восстановление баланса происходит от родителя того элемента, к которому мы подключаем. Баланс восстанавливается до самого корня. И обычно хранится само значение баланса. Это плюс-минус 1, плюс-минус 2, 0. Вот. И если баланс испортился, то делается перебалансировка. Но для этого мы должны знать, насколько изменилась глубина дерева, чтобы пересчитать баланс. Ну, чтобы обновить значение баланса. И если мы в какой-то момент делаем поворот и понимаем, что глубина дерева уменьшилась, то это означает, что, вот, например, здесь глубина уменьшилась, после уменьшения уменьшилась глубина. Например, здесь. Например. Тогда здесь не надо восстанавливать балансировку. Тогда здесь делать баланс не нужно. Тогда здесь вызывать баланс не требуется. Здесь, а также и здесь. И здесь, и здесь. Нигде восстанавливать баланс не требуется. Вот. Но за этим сложно следить. Гораздо проще не думать о том, изменилась глубина под дерево или не изменилась, а просто хранить в под дереве вместо баланса просто глубину его и пересчитывать эту глубину при повороте. Вот на Хабре как раз именно об этом статья и есть. И на семинарах мы тоже будем это реализовывать. Мы будем хранить в поддереве с каждой вершиной глубину его поддерева, делать соответствующие повороты и обновлять эту глубину. И если разница глубин дочерних элементов равна плюс-минус двойке, то делаем перебалансировку. Если нет, то оставляем как есть. И при вставке мы будем рекурсивно проходиться вниз, рекурсивно вызывать метод добавления, а потом, после этого добавления, да, в поддерево соответствующее, будем вызывать функцию балансировки, которая сделает балансировку гарантированно. Она все равно вначале проверяет разницу высот, и это недорогая операция. Зато код от этого становится гораздо короче и понятнее. Вот. И этот код рекурсивный, он позволяет не хранить указатель на родителя. Вот тоже очень важно. Время работы от логарифма, потому что высота логарифм. Удаление. Здесь тоже написано кратко, потому что смысл такой же. Мы вначале пытаемся удалить так же элемент, как и в классическом методе удаления, но нужно восстанавливать балансировку для всех родителей того узла, который реально удалился. А удалиться мог узел не тот, который содержит данный ключ, а тот, который содержит минимум в его левом поддереве. Помните, да, когда мы удаляем узел, мы спускаемся вначале по дереву, находим этот узел, который требуется удалить, а если у него два дочерних поддерева, то мы идем куда-то вот сюда, ищем минимум. Это вот минимум. У него может быть правое под дерево. Какая у него глубина? Не больше, чем один. Потому что у этого левого нету, значит, у этого не больше, чем один. Иначе было бы не балансировано. А у нас гарантированно дерево всегда сбалансировано. Вот когда нам требуется ударить этот узел, мы в реальности-то что? Вот этот вот указатель перенаправляем сюда. А здесь что могло быть? А здесь могло быть целое под дерево. Вот такое, например. Как только вы удалили, разница высот у этого стала испортилась. И, возможно, ее здесь нужно сделать перебалансировку. И здесь, и здесь, и здесь,
и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Но так как у нас рекурсивная функция теперь не одна, а две, первая рекурсивная ищет сам ключ x, а вторая рекурсивная ищет минимум, который требуется удалить или который удаляет, то здесь важно не запутаться в этих рекурсиях и восстановлениях балансировки. Нужно обязательно и в каждой из этих функций, которая что-то делает, первая ищет x, вторая и вызывает вторую рекурсивную функцию, а вторая просто ищет минимум и возвращает этот минимум, нужно делать перебалансировку всех узлов, по которым она проходит после ее работы. Вот. На хабре это сделано, но там узел переносится вот сюда, а данные не копируются. У нас данные будут интовые, поэтому я прошу всех делать наоборот. Данные копировать, а узел удалять. Это чуть-чуть изменит эти функции, но нужно будет в них разобраться, соответственно, аккуратненько. А тут выполняется прямо то, что если у нас уменьшилась глубина на единицу, то дальше не нужно? Здесь наоборот. Если глубина на единицу уменьшилась, то нужно продолжать восстанавливать балансировку, а если, то нужно, то нам может по-прежнему испортиться выше. А если глубина не изменилась, то балансировку восстанавливать не надо. Сейчас. Дело в том, что вот, например, здесь изменилось, если вот глубина этого дерева, вот этого дерева, вот она была такая, удалилась одна вершина удалилась, и вот этот узел комфортно живет, когда глубина этого дерева вот такая, какая была, и вот если после балансировки она уменьшилась на единицу, тогда этому узлу станет плохо, возможно, станет плохо. То есть восстанавливать балансировку этого и предыдущих узлов нужно тогда, когда у его дочернего узла изменилась глубина, уменьшилась наоборот. Вот когда она уменьшилась, тогда нужно восстанавливать, в отличие от добавления. По расходу памяти и времени. Расход памяти от n, так как в картовом дереве требуется хранить все узлы. Поиск от логарифм. Ставка удаления тоже, конечно. У нас один рекурсивный спуск. Во всех этих операциях время пропорциональное высоте, соответственно, логарифм. Вот. И последнее, что я хотел обсудить, это ассоциативный массив. Это такой интерфейс map. Ключ значения. Позволяет по ключу быстро получить его значение, вставить быстро ключ значения. В смысле быстро. Это интерфейс не задает в общем случае время работы, да, но хочется реализовать этот интерфейс наиболее эффективно. А интерфейс такой, интерфейс словаря или интерфейс ассоциативного массива. Добавить ключ значения, найти ключ, соответственно, значение, все его значения, их могут быть, здесь вот разные логики можно сделать. Можно с повторениями, можно без повторения. Есть мультимап, есть map в std, в стандартной библиотеке. Если вы используете map, то там дублей нет. Для каждого ключа ровно одно значение. А если мультимап, то там, возможно, несколько значений для каждого ключа. И удаление. Соответственно, что он должен делать? Удалять все значения этого ключа, например. А если у вас мультимап, то можно сделать еще метод remove ключ значения, конкретное значение данного ключа пытаться удалить. Но для этого их нужно все уметь итерировать. Вот. Если у нас хэш-таблица, ну, если у нас, да, дальше мы задумываемся, как реализовать этот интерфейс, чтобы все эти операции работали эффективно. Нет, видите, здесь я написал в конце вот это предложение про ассоциативный массив, не можешь хранить две пары с одинаковыми ключами. Мультимап может. Здесь зависит просто, какой интерфейс мы хотим. Вот. Позволяющий хранить несколько значений для одного ключа или не позволяющий. Но можно хранить, можно всегда в качестве значения хранить массив
и просто получать этот массив и добавлять в него значение, тогда эта разница тогда не будет. Можно добавлять другие методы. Если у вас есть, ну там, все удалить, проитерироваться по всем хранимым парам, проитерироваться в порядке возрастания, найти следующий в порядке возрастания ключ и получить для него значение, найти предыдущий, найти пару с минимальным значением ключа, найти пару с максимальным значением ключа. Методов может быть много, и в зависимости от того, какая реализация, какие-то из них реализуемы, какие-то нет. Если у нас хэш-таблица, то там сравнений нет никакого, и вот эти вот методы min-max, они либо очень дороги будут тогда, нужно будет тереваться по всем ключам, чтобы найти этот min или max, и тогда это не нужно, да, просто делать. Тогда нужно просто делать по-другому. Нужно использовать тогда структуру, которая хранит их в каком-то сортированном виде. Вот как раз все вот эти вот методы могут быть реализованы с помощью двоичного дерева поиска. Но вот эта вот функция each, она немножко сложна. Как ее сделать, если у вас ключ какой-то задан, и вы хотите найти следующий? Давайте вот эту, кстати, операцию обсудим. Вот мы ее не обсуждали, она вообще полезная. Где находится следующий в двоичном дереве поиска? Вот ключ x. Вот где находится следующий? Мы на самом деле это один раз обсудили, когда обсуждали операцию удаления, что следующий элемент находится в левом поддереве, вот тут, и, да, у которого нет, ой, в правом поддереве самый левый, вот здесь. Но если правого поддерева нет, тогда где? Тогда он находится здесь, да? Следующий элемент, если этого нет поддерева. А еще, ну вот он находится здесь. Точно? Точно в родителе? А если родитель вот такой, вы уверены? Нет, не обязательно в родителе. Может, в родителе и в родителя? Да, родитель и родитель опять может быть такой. То есть там, на самом деле, если у ключа x, для которого нам найти следующий. Если у него нету правого поддерева, то надо подняться по родителям, которые являются правыми, до первого родителя, который является, ой, наоборот, для которых мы являемся правыми, до первого родителя, для которых наш узел является, лежит в левом поддереве. И это будет как раз ответ. Вот здесь следующий находится. Но для этого нам нужно хранить указатели на родителя, чтобы такую логику сделать. И в stdSet у нас есть итератор. Итераторы. И похоже, что они реализованы так, что там хранится указатель просто на текущую вершину, которой мы итерируемся. Здесь я могу быть немножко неправилен в утверждениях. Я не говорю гарантированно, да, что итератор просто сохранит указатель. И что, чтобы перейти к следующему, он делает такой подъем, если правого узла нет. Но это казалось бы логичным. Не в итераторе, который есть в сете, не хранить весь стек, по которому пришлось спуститься до этого узла. Иначе это было бы достаточно трудно, ну, много. При этом я. То есть можно реализовать и так. В этом случае нам требуется хранить указатели на parent, это дополнительное поле в каждом узле. Либо, чтобы поддержать итерирование, нужно хранить весь стек. То есть либо parent, либо весь стек в каждом итераторе. Но хранить весь стек в каждом итераторе, мне кажется, трудоемко и вряд ли так сделано. Я, честно говоря, не смотрел реализацию и не знаю. Наверное, это где-то в стандарте. Или просто конкретные, ну, это же шаблонная реализация, можно зайти и посмотреть, но там ногу можно сломать. Но интересно, да. Но можно. Может, кто-нибудь посмотрит? Да, просто, ну, начинать сначала дерево опять и просто идти и запоминать последний правый, опять из-за этого и задать.
То есть если икса, если нету левого, да, то мы идем опять с самого-самого верхнего корня, пытаемся найти элемент, следующий за x. Не-не. Строго больше x. Ну да, мы же просто тут опять ищем этот x, но запоминаем последний правый, который у нас делился. Да. Да. Да, да, это можно так сделать, да, действительно. Только это время будет работать за глубину до всего x. Памяти не требуется, да, действительно. Да. А чем хорош обход вот такой вот итерации всего сета? Когда у вас есть дерево, вот, например, вот такое вот, которое плотное, полное. То, чтобы все проитерироваться, вот мы идем первый, да, мы найти первый элемент. Begin. Он спускается вниз, берет этот узел. Мы говорим next. Он переходит вот так вот. Мы говорим еще next. Он переходит сюда. Мы говорим еще next. Он переходит вот сюда. Мы говорим еще next. Он переходит сюда. Сюда. Надо было мне рисовать красные стрелочки, чтобы было видно некоторая особенность. Вот сюда. Потом говорим сюда. Потом сюда. Потом он переходит сюда. Потом сюда. Я вот эти линии не буду рисовать, чтобы вы кое-что заметили. Может, заметите? Как вы думаете, сколько общее время работы всех итераций next, всех действий next в сумме? Заметно это или нет уже? Следующий здесь. А, нет, следующий у нас вот тут, h. Да, 2 на n минус 1. Ну, 2n минус 2, потому что у нас ребер n минус 1, и вот таких вот спусков, и подъемов мы делаем ровно в 2 раза больше, чем количество ребер. При переходе к следующему мы проходимся по этому пути. Если бы мы хранили паренты, то это было бы реально сделать за 2 на n минус 1. А если мы не храним паренты, то приходится вот либо хранить стек, тогда тоже будет такое же время работы, мы просто будем из стека извлекать. Но тогда итератор будет тяжелый. Либо, это опять, я сейчас фантазирую, мне просто кажется это естественным, но может быть что-то придумано хитрое, и может быть кто-то из вас залезет и посмотрит, что там в реальности сделано. Интересно, да. Вот. Ну, а если, как вы предлагаете, начинать сюда искать поиск сначала, тогда вот мы можем выйти за вот n, и время может быть... Наверняка можно построить такие деревья. Кстати, это, наверное, не будет AVL-деревья. В AVL-деревьях, наверное, все будет хорошо. Общее время работы будет вряд ли за вот n выйдет. Интересно. Если, то есть вот в вашей реализации, когда у вас нету левого под дерево, правого под дерево, и приходится начинать сначала, чтобы найти этот узел, который следующий. Вот. Какое будет время работы? Давайте посмотрим. Сейчас так, попытаемся вдруг оценить. Здесь нам... Для каких узлов это требуется? Вот для этого узла пройти с корня. Для этого. Слушайте, а получается не так уж и много. А, вот еще для этого. То есть здесь это просто все листья. А сколько у нас вершин в AVL-дереве, которые листья или те, которых нет левого под дерево? Те, у которых нет правого под дерево, это обязательно узел, в котором не больше, чем один дочерний. Но... А, вот для этого тоже. Вот для этого тоже. Все-таки много получается. Листьев у нас, вот в этом дереве у нас листьев от n. И для каждого из них, да, от n. От n. То есть половина всех вершин — это листья. И для них выполняется проход с самого верха. А можно просто изначально строить и хранить для каждого последний правый? Тогда сразу... Ну, тогда вопрос... Тогда проще уж хранить паренты. Тогда вам еще для многих вещей потребуется. Потому что если мы храним последний правый, мы сразу переходим, а через парент мы лево, лево, лево так пойдем.
А все равно общее время всех проходов будет 2n-1, когда мы парами храним. Зато мы еще обратно сможем ходить, в обратную сторону. Начиная от энда до бегина. Нет, я про то, что если вот мы нашли этот x, да? Ну, да. Вот, когда мы храним пары, ну, паранты у нас, мы пройдем все левые. Ну, по-любому. Ну, мы поднимемся просто, да? Поднимемся. Да, если мы храним последний правый, нам не надо их будет проходить. Да, мы будем проходить сразу к нужному элементу. Мы не будем подниматься, соответственно, будем получать следующий элемент в среднем в два раза быстрее. Ну, а чтобы получить предыдущий, тогда нужно хранить. Не, ну, нам нужно итерироваться как вперед, так и назад. Ну, обычно. Ну, хорошо, в STD-сете так можно делать. Можно идти, можно у итератора делать плюс-плюс, можно делать минус-минус. И в мапе тоже, соответственно, к следующему или к предыдущему узлу. Вот. Ну вот, да, как раз и было предложено кэшировать следующего и предыдущего тогда придется еще кэшировать. Ну, тогда два поля кэшировать. И тогда все эти операции будут действительно быстрые и эффективные. Но при перестроении дерева их нужно будет обновлять. Это может быть нетривиально. А может и не надо обновлять? Нет, не надо обновлять, правильно? Нет. Там же у нас же узлы, последовательность узлов остается прежней после поворотов. При повороте последовательность узлов остается прежняя, предыдущий узел все равно остается тем же. Сами ячейки узлов у нас не выделяются, не меняются, меняются только указатели на них в лефтах и в райтах. Поэтому указатель на предыдущий останется валидным. Можно будет тогда сохранить. И ничего перекэшировать не надо будет. Обновлять при перестроении, при балансировке, обновлять следующий максимум, следующий и предыдущий элемент для каждого узла не потребуется. Так, давайте дальше. Какие реализации возможны? Ну, реализация на порядочном массиве возможна. Да, время поиска вот log, время ставки удаления вот n. В худшем случае. Да и в среднем. Сбалансированное дерево поиска, время работы операции поиска ставки удаления вот логарифм. Вот. Хэш-таблица от единицы, но в худшем от n. И, как я уже говорил, в сбалансированном дереве поиска есть возможность искать минимальные, максимальные значения, следующие. Вот, это бывает полезно. Чего нельзя делать в хэш-таблицах. Вот, что у нас сейчас по времени? По времени. Давайте я вот еще одну вещь скажу, которая может быть полезно для на будущее просто. Что если вам требуется создать структуру массив с функциями оператор звездочка, ой, квадратные скобочки, то есть доступ по индексу getAt и setAt, который возвращает ссылку на элемент вот итый. Ну, правильно писать так, конечно. Вот. А также вставка в итую позицию и удаление итой позиции. То есть вообще это на обычном массиве это означает раздвинуть все остальные элементы, подвинуть вперед. Да? Это время работы долгое. А как сделать эти операции за O вот хорошие, ну, быстрее? Вот за логарифм можно сделать в среднем. Можно сделать все эти операции за лог в среднем от зависимости от случайных данных на основе декартового дерева. И можно сделать эту структуру данных с этими методами, реализовать этот интерфейс на сплей-дереве. Тогда будет амортизированное время. И в реализации нужно использовать сплит и мерч. И для того, чтобы это сделать, вот давайте представим этот массив. Представим, что все ячейки — это узлы дерева.
просто они располагаются как-то в дереве. Так, это вот может быть вот тут. Этот узел может быть тут. Это может быть корень. Это может быть этот элемент. Это может быть этот элемент, этот, этот. Вот так может быть. Вот так. Вот, может случиться так. Если мы каждому элементу массива сопоставим, кроме индекса, еще и приоритет, тогда мы по нему построим, например, декартово дерево. Но а где же ключ? Ключа-то нет. И вот такое дерево, в котором есть только приоритет, а ключом в данном случае является индекс 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот такое дерево называется деревом по неявному ключу. Декартово дерево по неявному ключу. Кстати, а построение дерева — это просто ставка n раз? Ну, да, я об этом не сказал. Декартово дерево строить можно как и кучу за от n. Это отдельная операция, да, вот я, наверное, надо будет рассказать. Я, может, на семинар тогда расскажу. Или вот, может быть, сейчас, если хотите, я тоже расскажу об этом. Да, надо было, конечно, добавить это в презентацию. У нас, да, надо было. Можно построить за от n декартово дерево, а не за от n log n, потому что n вставок — это n log n, а можно построить за от n. Ну, так вот, если все-таки вот мы так делаем, да, то можно, если у нас эти ключи неявные, то как удалить итый элемент? Можно что сделать? Можно допустим, хотим удалить вот этот элемент. Как его удалить? Надо просто разбить дерево по этому неявному ключу и удалить. Либо найти его и... нет, хорошо, давайте вот этот удалим. Вот этот удалим. Хотим удалить этот узел. Вот, мы делаем сплит по этому ключу, по ключу K. Точнее, мы его ищем, как во втором случае, как мы делали, удаляли. Мы делали мерч вот этих двух поддеревьев. Где же есть приоритеты? Мы делаем мерч этих двух поддеревьев, сливаем, кладем на это место. Но у этих узлов изменится ключ. Они же сдвинутся сюда теперь, когда мы этот узел удалим. И поэтому ключ в самом узле дерева не хранится. Поэтому дерево называется по неявному ключу. А хранится на самом деле, хранится количество элементов под деревом. Храним число элементов, число узлов, правильно было назвать, под дереве. Вот. Здесь будет тогда храниться 1, здесь хранится 3, здесь 1, 1, 3 плюс 1, 4, всего 5. Здесь 2, 1, 1, 2, 2 плюс 2, 5. Ну, конечно, не 5, вот 11. Вот. И как ищется? А поиск теперь немножко другой. Теперь поиск ключа. Вам требуется найти ключ с индексом 5, 6, 7, 8. Вот нам требовалось найти ключ с индексом 8, который требовалось удалить. По индексу 8 нужно сделать delete add. Как мы это будем делать? Мы будем смотреть в левое поддерево, вот там 5. Вот, кстати, вот эта вот идея вам понадобится как раз в задаче на VL дерево, которое у вас есть в задании. Там есть задание солдаты задачи и порядковая статистика. Если в узле дерева хранить количество элементов, то можно реализовать поиск порядковой статистики. Как? Если вам нужна восьмая порядковая статистика, по индексу 8 найти элемент, то мы идем, смотрим от корня, сколько у него в левом сыне детей, у него там 5. Ага, значит, там не может быть восьмая статистика. Значит, восьмая статистика, значит, корень — это значит шестая, ну, точнее, по индексу от нуля это пятая. Значит, здесь 6 элементов. Значит, с этой стороны 6 элементов, а нам нужна статистика под номером 8. Значит, нам нужно взять
статистику под номером 8-6. То есть нам надо в этом поддереве теперь искать статистику не восьмую, а 8-6, то есть вторую. Где она здесь? Так, смотрим, лезем сюда. Здесь у нас два дочерних поддерева. Ага. Значит, здесь нулевая и первая статистика. А значит, вторая находится как раз в корне. Нашли. Понятная логика? Это само значение. А нет значения. Ну, тут есть какие-то данные. Да, вот эти данные, которые в массиве хранятся, да, обычно? Вот эти данные, да, это просто дополнительные данные, которые хранятся с каждым в узле. Массива самого нету. Это я просто его интерпретацию нарисовал, как будто бы он есть. На самом деле его нет, есть только узлы с данными. Данные приклеены к каждому узлу и никак не влияют на работу всего дерева. Они просто данные, какие-то данные. Вот. А вот сама работа с индексами как раз реализована на основе той информации, что мы храним в узле количество элементов в этом поддереве. Мы, получается, можем искать быстро нужную статистику, то есть ит элемент, за один проход, спускаясь нужно всегда либо влево, либо вправо. Если бы нам нужно было третий по счету элемент найти, мы бы спустились вниз, потому что 5 больше, чем 3. В общем, вопросы есть?